было предсказано, Амун, темный бог, снова жив. Вся надежда на спасение нашей галактики в руках Зелнага. Лишь одна часть пророчества остается неисполненной. В мире, где возродится Амун, воссияет и последний свет. И лишь одному существу было известно это место. Самиру Дюрану, также известному как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёбиуса. Надеюсь, она раскроет нам его тайны. Зератул, это честь для меня. Я Претор Талис. Смиренно прошу твоей помощи. Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Нам удалось отследить их путь до базы тиранов, но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Талис. Да скроет тебя Адун до моего прибытия. В этой лаборатории силы удерживают наших братьев. Их надо освободить, пока Рой не уничтожил комплекс. Зератул, я почувствовала твое присутствие. Скажи прямо, что тебе здесь нужно? Я прибыл сюда в поисках информации и своих похищенных братьев. И то, и другое находится в руках закрепившихся здесь тиранов. Я это исправлю. В этой лаборатории выращивают гибридов для армии Амуна. Мой Рой сотрет ее в порошок. Я знаю, что это тебя не остановит. Главное, не стой на пути у моих войск, Зератул. Не волнуйся, Талис. Мы будем сражаться. При должной тактике и скорости нам удастся избежать встречи с Роем. Хорошо. Я подготовила наш Нексус к твоему прибытию. Я здесь. Рой Керриган собирается разрушить реактор станции. Мы должны освободить наших братьев, прежде чем это произойдет. Благодарим вас. Мы уже не надеялись спастись. Что тебе известно об этой лаборатории, Зелот? Тираны. Они пытали нас и ставили эксперименты с нашей плотью. Многие из нас погибли. Я уже видел подобную мерзость. Но Нарут мертв. Кто же доставил вас сюда? Увы, я не могу сказать. Претор, мы хотели бы присоединиться к тебе и отомстить за гибель наших братьев по оружию. Тогда готовьтесь к бою, тамплиеры. Тираны вызывают подкрепление с помощью пилона. Но это невозможно. Они экспериментируют с нашими технологиями. Мы должны уничтожить врага и захватить пилон. Сложно поверить, что столь примитивные создания смогли разобраться в наших технологиях. У тебя остается все меньше времени, Зератул. Керриган, тебе не хуже меня известно, что Амун жив. Убийство гибридов не имеет смысла. Мы должны пробудить Зелнага. Она не отвечает. Воистину легче договориться с камнем, чем с зергом. Осталась последняя камера, Зератул. Мы больше не можем ждать. Благодарим вас, братья. Талдаримы похищали тамплиеров. Доставляли их на тиранские станции. И превращали в гибридов. Талдаримы?
Эти еретики никогда не дерзали приближаться к нашим мирам. Значит, их направляет ОМОН. Тамплиер, где они держали вас? В храме Зелнага, подобного которому я никогда не видел. Они называли его Эрис, но не говорили, где он находится. Корпус Мёбиуса и Талдаримы служили под началом Наруда. Он должен был знать местоположение храма. Система Атриас. Именно там переродился ОМОН. Она лежит в глубинах квадранта Сигма и охраняется Талдаримами. Ты помог разрешить мою проблему, Зератул. И честь обязывает меня помочь тебе. Мы вместе захватим этот храм. Храм Эрис. Его древние стены скрывают нашу последнюю надежду. Талдаримы, запечатайте врата! Пока я не закончу, никто не должен меня тревожить. А тот, кто нарушит мой приказ, заплатит кровью. Владыка Талдаримов здесь? Это не сулит ничего хорошего. Но это еще не конец наших бед, Зератул. Этот мир в агонии. Находящиеся под корой планеты запасы Веспена нестабильны. Он постоянно извергается на поверхность. Образующиеся в результате разломы — наш единственный способ получения газа. Чтобы собрать армию, нам нужно будет их захватить. Надеюсь, этот храм стоит таких усилий. Вы бесполезны для замысла темного бога. Он не потерпит вашего существования. Воины, сражайтесь изо всех сил, и мы захватим храм. Да, да! Эта битва покроет нас славой! Наконец-то путь к храму чист. Да. Однако Талдаримы не из тех, кто легко сдается. Они придут за своим владыкой и приведут с собой армию. Иди же, Зератул. Найди в этом храме ответы на свои вопросы. Благодаря нашим клинкам у тебя будет на это время. Я благодарю тебя, Тальс. Энтаро Тасадар. Адун Теридас, брат. Владыка! В храм проникли чужаки! Вскоре они будут здесь! Запечатайте проход! Я свяжусь с повелителем. Как прикажет клинок ОМОНа? Зератул! Талдаримы пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да. Однако вход в него запечатан. Похоже, Талдаримы подозревают, что к ним вторглись. Мои тамплиеры сражаются с противником. Вам придется продвигаться дальше самим. Я постараюсь отслеживать ваши передвижения. Воины... Мы должны прорваться. Судьба галактики в наших руках. Отсюда хорошо видно главный зал. Вероятно, там и находится Малаш. Вестник истины.
Тираны не справились со своей задачей и позволили чужакам найти храм. Наш великий план в опасности. Не поддавайся страху, Малаш. Освобождение близится. Вскоре ваша вселенная будет очищена от страданий. Готовь свой народ к войне и жди моей команды. Будет выполнено. Амун ведет Талдаримов к войне. Мы опоздали. Надежда еще жива, Зератул. Это устройство. С его помощью Талдаримы общаются с Амуном. Да. Его уничтожение задержит войска Амуна. А у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить Артаниса. Так мы и поступим. Я чувствую здесь присутствие великой силы. Этот храм словно непосредственно связан с пустотой. Наконец-то мы загнали тебя в угол, Неразим. Алдаримы, истинный бог требует его смерти. Не подведите его. Сразитесь с предвестником гнева темного бога. Становится равновесие. Дело сделано. Талдаримы больше не смогут получать указания Амуна. Что-то происходит. Я чувствую сильный выброс энергии пустоты. Зератул, найди ключ, что дарует вам надежду. Тассадар? Как это возможно? Талис, мне было видение. Я нашел путь к нашему спасению. Я способен спасти вас. Я положу конец вашим страданиям. Амун разрушает храм. Мне нужно уходить. Оставь свой бесцельный поход. Он лишь продлевает ваши страдания. Одарись и позволь мне подарить тебе свободу. У нас нет времени, Зератул. Уходи скорее. Я задержу Талдаримов. Должен быть другой выход. Ступай. Немедли. И расскажи иерарху о том, что произошло здесь сегодня. Талис, наш народ перед тобой в неоплатном долгу. Сайор! Наконец-то... Пророчество исполнилось. Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Видение, ниспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику.
Сегодня мы возродим наше былое величие. Сегодня мы вернем то, что утратили. Вернем наш родной мир. Знаю! И пусть свет Кхалы ведет нас. Флот вторжения готов к бою. Мы ждем твоего приказа, Иерарх. Мы должны остановить вторжение. Сиротул! Тамплиеры! Хватить предателя! Нет! Нет! Выслушаем его! Грядет последняя война. Амун Темный вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Амуна захлестнет всю галактику. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Айюр. И это лежит на мне тяжким бременем. Артамис, я знаю, что противопоставить надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Мы через многое прошли вместе, Зератул. Но слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Вершитель! Начинаем вторжение! Опустошил наш мир. Наш гордый народ был обречен на изгнание. Но никто не разрушит наше единство. Ибо нас связывает Кхала. Священный союз всех наших мыслей и эмоций. Thank you.
высадка на Айор продолжается. Сейчас мы готовимся освободить сеть искривления в районе Келисана. Отличная работа, Селендис. Как только каналы искривления будут очищены, наши войска нанесут решительный удар по всей поверхности Айора. Тамплиеры ждут твоего приказа, Иерарх. Артанис, этим роем кто-то управляет. Их действия организованы, не похожи на действия диких зерков. Ты прав, Зератул. Ими движет невидимая сила. Мы должны быть настороже. Это последний канал искривления. Не щадите ни одного зерга. Перворожденные, ваша судьба предрешена. Зераку. Не может быть. Гибриды на Айоре. Это они управляют зергами. Ваша раса будет уничтожена. Каналы искривления в безопасности. Наши корабли выдвигаются, чтобы принять бой на поверхности. Вершитель, прими командование вторжением. А нам, Зератул, предстоит обсудить последние события. Последняя война, о которой ты предупреждал, началась. Скажи мне, друг, что ты узнал? Я видел конец всего сущего. Полчища гибридов, опустошающие целые миры. Ими повелевает голос из тьмы, Амун. Но ты говорил и о том, как выстоять против него. Я будто слышал голос из тьмы веков, который шептал мне: «Найди ключ, что дарует вам надежду». Ключ? Я видел свет, озаривший артефакт Зелнага на тиранской планете Кархал. Он и есть ключ из видения. Пророчества гласят о противостоянии Зелнага с Амуном в конце времен. Думаю, ключ приведет нас к ним. Я всегда верил тебе, Зератул, но бремя власти ко многому меня обязывало. Иногда я сомневаюсь в том, что на самом деле готов был его принять. Твои сомнения напрасны, юный Артанис. Если тебе было суждено возглавить нас, прими то, кем ты стал. Отправляйся к Джеймсу Рейнору на Кархал и забери ключ. Я же подготовлю наши войска для грядущей войны. Когда ты вернешься, тамплиеры будут готовы. Энтаро Тассадар, друг. Энтаро Артанис, брат. Зератул, ты должен забрать ключ Зелнага у Джеймса Рейнора. Мои же воины восстановят питание копья Адуна. Этот корабль будет незаменим в грядущих битвах. Да укроет тебя Тассадар своей тенью, друг мой. Искатель пустоты полностью разрушен. Что здесь произошло? Защитить темного прилата. Этот район уже должны были очистить от зергов. Сталкеры, бегите к ближайшему Нексусу и предупредите наших братьев. Я должен узнать больше. Тамплиеры, я не чувствую их присутствия в Кхале, Зератул. Как такое возможно?
Вы не можете исчезнуть из Халы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Кхале лишь пустота. Тени окружили нас, Вершитель. Артанис в смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Зератул, спаси Артаниса. Кто-то затмил разум этих зелотов. Должно быть, здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Я обнаружил пропавших тамплиеров, но разум их помутился. Ими словно кто-то управлял. Зератул, я чувствую твое присутствие. Кхала наполнена яростью. Она порабощает мой разум. Артанис, держись! Мы идем к тебе. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Я дарую вам спасение. Амун. Темный бог здесь, на Аюне. Он захватил контроль над Халой. Тамплиеры повержены. Братья неразимы, мы лишены нейронных уз. И только благодаря этому сохранили рассудок. Мы должны остановить это безумие. Нужно добраться до юного Артаниса. Надеюсь, еще не слишком поздно. Я слышу его шепот. Борись, Артанис. Не дай Амуну поглотить тебя. Вечная ненависть. Он осквернил Кхалу. Твои нейронные узы сковывают тебя. Их нужно отсечь.
неведомый кузнец Каракс. Я искал тебя. Артанис, хвала богам. Твои нейронные узы, их нужно отсечь. Это уже сделал темный тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем, мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы, но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Для меня честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Иерарх, мы направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Копье Адуна покоится под местом, где когда-то находилось сердце Конклава. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Артанис, почему ты бежишь от спасения? Селендис, ею управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы копья Адуна. Первое энергетическое ядро уже включается, но остальные четыре еще заблокированы слизью. Понятно. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? К сожалению, они обесточены. Но системы поддержки копья Адуна могут помочь нам. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно скорее. Не отвергай свою судьбу, Артанис. Твой народ, наконец, обрел истинное единство. Жизнь непорочна. И несовершенно. Я преображу ее. Все против тебя. Даже земля под твоими ногами горит пламенем моей победы. Черви Нидуса. Воины, уничтожьте их. Нам еще рано сдаваться. Иерарх, мы почти закончили. Скоро копье Адуна сможет взлететь. Осталось подключить лишь одно ядро. Я положу конец этому циклу вечного безумия. Не сопротивляйся и прими спасение. Войны прекратятся. Все будут едины. Подача энергии завершена. Копье Адуна готово к взлету. Фазовый кузнец, перенеси на борт всех перворожденных, свободных от воли Адуна. Мы должны покинуть этот мир, если хотим выжить. Адуна, вершина творения Кхалаев, последний из трех ковчегов,
созданных, чтобы сохранить наше наследие в самые темные времена. В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. С болью в душе я начал отсекать их нейронные узы. Нижние палубы выделены под звездную кузницу. Тут создается оружие. Это судно хранит много тайн. Его технологии древние, но очень сложные. Его создали в славные времена, когда свет нашего народа сиял подобно солнцу. Звездный атлас обновлен, Иерарх. Здесь ты можешь выбрать следующий пункт назначения. С этим судном мы отомстим за случившееся, Каракс. И освободим тамплиеров. Айур вновь потерян. Мечты отвоевать его рассыпались в прах. Мы должны прекратить это безумие. У тиранов на Кархале есть ключ Зелнага. По словам Зератула, он должен привести нас к спасению. Я не видел командира Рейнора уже много солнечных циклов, но думаю, он с радостью передаст нам ключ. Протасов, говорит командир Джеймс Рейнор. Артанис? Дружище, как же я рад тебя видеть. Друг Рейнор, кажется, ты немного занят. Обычный рабочий день. Кто эти мятежники? Они называют себя Корпус Мебиуса. Головорезы Наруда. Нападают на планеты по всему сектору, никого не щадят. Нам докладывают, что их возглавляют гибриды. Воистину, от Амуна не укрыться нигде. Укрепить эти перегородки, все к отметке Альфа-7. Нужно сформировать линию фронта. Они захватили нашу орбитальную платформу «Небесный щит» и уничтожили атмосферные стабилизаторы. Она теряет высоту, и если упадет, Августграду конец. Мы не допустим этого, командир. Свяжите их флот боем. Не подпускайте к нам. Прямо как в старые времена, приятель. Каракс, даже без света Кхалы я чувствую твою грусть и твою боль. Даже копье Адуна не радует тебя. В этом все и дело, Иерарх. Лишившись Кхалы, я ощущаю себя слепшим. Я не могу почувствовать твоих эмоций, познать глубину твоих мыслей. Не могу ощутить поддержку других фазовых кузнецов. Я испытываю одиночество. Я тоже чувствую изоляцию, бесконечную пустоту. Но знай, что ты не одинок, брат. Не представляю, как темные тамплиеры жили с этой утратой. Нас ждут нелегкие времена. Хала больше не связывает нас, Каракс. Но мы все еще одно целое. Мы преодолеем это испытание. Ибо у нас нет другого выбора. Хранитель? Выведена из стазиса. Ее нейронные узы целы. Она связана с Кхалой. Стой! Я Рахана.
Великий Хранитель Веларий и твой советник. А ты, полагаю, командующий Вершитель. Темный Бог не подчинил тебя? Но как это возможно? Я чувствую тьму, которая тянется к каждой моей мысли. Но я не подвластна ей. Хранители обучают контролировать каждое колебание Кхалу. Уверяю тебя, я не поддамся злу и буду служить тебе достойно. Я храню воспоминания и личности всех протасов, живших до того, как меня погрузили в стазис. Благодаря этому я могу делиться с тобой опытом прежних вершителей. В этом зале ты сможешь выбирать нужные тебе войска. Я Артанис, иерарх Делаамов. Я возглавляю остатки нашего народа. Твои воспоминания действительно полезны, Рахана. Но если ты поддашься скверне Амуна, мне придется тебя уничтожить. Понимаю. Я готова к наступлению смутных времен. Идем, и ты увидишь, зачем нужны эти залы. Мне доводилось только слышать о великих хранителях. Я даже не надеялся встретить одну из них на этом корабле. Это неудивительно. Мои сестры и я уникальны. Нас с рождения учат тонкостям обращения с Халой. Я постигла всю ее глубину, познала все оттенки эмоций и каждую грань воспоминаний. Из-за этого дара нас погрузили в стазис, чтобы мы могли прийти на помощь своему народу в будущем, в час великой нужды. Твои сестры находились на борту других ковчегов? Значит, они... Слились с Халой. Погибли, когда зерги напали на Айур. Я знаю. Я чувствую эту трагедию намного сильнее, чем ты можешь себе представить. На тебя возложена тяжелая ноша, Рахана. Такова моя судьба. Судьба, которую предвидели создатели этого корабля. Положись на их мудрость, иерарх. Я буду служить своей цели так же, как ты служишь своей. Похоже, судьба вновь свела нас, Джеймс Рейнор. Скорее, удача. Удача, понятие, которое придумали люди. Мы, протосы, видим всю канву событий, за которыми скрывается единый план. Неважно, что вы там видите. Главное — результат. Так что тебя сюда привело? Зератул считал, что твой артефакт, он называл его ключом, может привести нас к Зелнага. А где он сам? Темный Прилад погиб на Айюре. Он завещал мне продолжить его поиски и найти способ остановить Амуна. Черт. Так и знал, что этот крестовый поход не доведет его до добра. Это тяжелая утрата. Я знаю, он был тебе другом. Я прошел огонь и воду, чтобы достать этот чертов артефакт. Потерял кучу бойцов. А все из-за его пророчеств. Если он хотел, чтобы артефакт был у тебя, забирай. Ну а сейчас нам надо подумать о том, как спасти город. У нас проблемы с небесным щитом, старина. Если его не починить, Августград исчезнет с лица планеты. На платформе хозяйничают мёбиусы. Эти ребята чокнутые. Они скорее умрут, чем позволят нам вмешаться. Плохи дела. Небесный щит долго не продержится. Если так пойдет и дальше, где-то через 10 минут вся платформа рухнет на нашу столицу. Ты был прав, командир. Пока мы беседуем, корпус Мёбиуса выводит из строя атмосферные стабилизаторы. Ирар, их еще можно отремонтировать. Ага, если после корпуса Мёбиуса вообще останется что ремонтировать. Артанис, если ты можешь помочь нам справиться с этим отрядом, мои ребята в два счета подлатают стабилизаторы. Так мы выиграем немного времени. Надо действовать быстро.
Чтобы остановить падение, потребуется мощность всех 5 стабилизаторов. Система бомбардировки готова к работе. Приготовьтесь к орбитальному удару. Корпус Мёбиуса отступает. Дальше контроль над станцией будет осуществлять адмирал Хорнер. Должен признать, за мной солидный должок, партнер. Твои ребята славно постарались, Артанис. Небесный щит снова в строю. Начинаем высадку. Мы присоединимся к вам на поверхности и заберем ключ. Плохие новости. Похоже, у наших друзей был тот же план. Пока мы сражались, на Императорский дворец напали. Охранные системы показывают, что ключ был украден. Как говорила мама, из огня да в полымя. Я не вполне понимаю, как это может помочь, друг Рейнар. Я тоже. Погоди, разведчики докладывают. Солдаты корпуса Мёбиуса двигаются к порту Беннета. Ключ у них. Они не должны уйти. Солнечное ядро. Впечатляющее зрелище. Рукотворная звезда. Что же ушло на ее создание? Ядро снабжает энергией копье Адуна и все его системы, а его свет питает наших воинов. Сколько займет активация его тактических систем? Анализ систем уже идет. Но звезда дремала много веков. Для ее восстановления нужно время. И мощный катализатор реакции, вроде Соларита. Соларит? Перворожденные не используют его уже 1000 лет. Это древнее судно, Иерарх. Чтобы пустить его в ход, нам придется использовать даже нестандартные ресурсы. Сделай все, что в твоих силах. Мы достанем необходимое. Отлично. Ты можешь приступить к настройке солнечного ядра. Ты выглядишь по-новому, фазовый кузнец. Ах, видимо, ты о моих механических руках. Я сконструировал их, чтобы эффективнее работать с солнечным ядром. Они мне очень пригодились. Напоминаю, что наш священный закон Де-Ул запрещает нам вмешиваться в судьбу низших существ. Если только на карте не стоит судьба Империи, меня озадачивает твое желание помочь тиранам. Почему ты считаешь их низшими существами, Рахана? Я убеждена в этом. Посмотри на них. Простые, примитивные. Они даже общаются посредством отверстий, ртов. Многие, да и я сам, когда-то считали так же, как ты. Но они способны на благородные поступки. Однажды ты это поймешь. Все плохо, Артанис. Там внизу гора трупов. Нужно показать этим ублюдкам. Как эти тираны стали невольниками Амуна? Они служили в секретных подразделениях, отвечали за охрану исследовательского комплекса доктора Наруда. После того, как Валериан пришел к власти, связь с фондом Мёбиуса была утрачена. Их последние сообщения были бессвязными, безумными. А затем начались нападения. Амун превратил их в своих рабов, в свою армию. Они опасны. Но это лишь начало грядущей войны. Мне всегда нравился твой оптимизм. Корпус Мёбиуса вместе с артефактом направляется в порт Беннета. Их надо остановить, пока они не сбежали. Добро пожаловать в порт Беннета. То, что от него осталось.
Корпус Мёбиуса окопался здесь и не подпустит нас к артефакту. Валериан уже строит базу. Как только он... Рейнар, что происходит? Гибриды вливают в ключ и пустоты. Излучаемое им псионное воздействие помутило разум тиранов. Отправь туда бессмертных. Нам понадобится тяжелая техника, чтобы защитить тиранов, пока излучение не прекратится. Дружище, ты нас снова спас. Я уж думал, у меня мозги через уши вытекут. Ключ скоро перезарядится, командир. И тогда они снова его активируют. Мы должны его получить. А чтоб их. Ну что, пушки к бою, напарник? Эта псионная атака дорого нам обошлась. Мои войска понесли большие потери. На возведение укреплений понадобится время. Постарайтесь сдержать натиск противника. Без проблем. Вас никто не тронет. Главное, чтобы они не врубили этот чертов ключ еще раз. Некоторые исследовательские комплексы Доминиона подверглись атаке. Если вы спасете наших ученых, я верну вам все собранные в них технологии протосов. Я засек сильный энергетический скачок. Полагаю, ключ скоро испустит еще одну псионную волну. Командир, войска готовы. Отряды Доминиона вступают в бой с корпусом Мёбиуса. Корпус Мёбиуса направляется к нашему Нексусу. Готовьтесь к битве! Покоритесь! Или умолкните навеки! Мы обеспечили безопасность всех комплексов, подвергшихся нападению. Я не забуду вашей доброты, Иерарх. Ай, да сколько можно это терпеть? Пора задать им жару! Вот и все. Мы вытеснили силы корпуса Мёбиуса. Черт, ты только посмотри. Даже зерги не сделали такого с городом. Они не думали, что все закончится так. Поступают доклады. Миры Доминиона разорены. Форпосты разрушены. Столько ребят погибло. Воинов. Смерть — судьба всех воинов. Судьба, которую вскоре можем встретить и мы. Судьба — это не приговор. Я думаю, уж если Зератул верил, что ты сможешь все изменить, эта война только начинается. У вас принято пожимать руку друга?
Ведь так? Задаем жару. Рахана! Артанис! Амун! Я чувствую твои сомнения, страх, одиночество. Ты блуждаешь во тьме. Дай мне освободить тебя, вас всех, от мук этой жизни. Бесконечный цикл раздора и страданий подходит к концу. Твои слова яд, Амун. То, что ты делаешь, ведет лишь к смерти. Я дарую предназначение, конец цикла, навязанного всем вам. Сопротивление лишь приумножит страдания. Закончилось, Иерарх. Он ушел. Теперь понимаешь, почему тебя нужно отделить от Кхалы. Ее свет угас. Я не поддамся. Я выдержу. Я испытала его гнев. Видела его правду. Если ты не оборвешь связь с Кхалой, тебя придется лишить свободы. Держать в стазисе. Я сохраню Кхалу любой ценой. Если это цена заточения, так тому и быть. Я пожертвовала всем, чтобы познать Кхалу и служить ей. Я не нарушу своих обетов, даже сейчас. Я увидела истинные намерения Амуна, когда он обращался через меня. Он говорит о своей великой цели, но на самом деле его переполняет тьма и ярость. Посмотри, Иерарх, этот материал самостоятельно восстанавливается. Неудивительно, что тираны считали, что он родом из недавней эпохи. По моему мнению, этому артефакту несколько миллиардов лет, если не больше. В своем пророчестве Зератул сказал, что ключ может привести нас к надежде. Что, по-твоему, это значит? Привести нас к надежде. Похоже на зашифрованное сообщение. Ключ способен управлять потоками энергии, но это не единственное его предназначение. Я считаю, что он также хранит данные о месте своего происхождения. Месте происхождения? Да. Я обязательно узнаю, как он должен привести нас к Зелнага. Удвой усилия, Каракс. У нас мало времени. Поразительно. Как тираны, не понимая устройства ключа, смогли использовать его в качестве оружия. Мне кажется, его основное назначение не в этом. Он создавался совсем для другой цели. Здравствуйте, ваше высочество. Никогда до этого не говорил с Протасом. Если я что-то и узнал от командира Рейнора, Рори Свон, так это то, что наши народы похожи. Я слушаю тебя. Ладно.
Итак, артефакт, ваш ключ уже у вас. Сейчас мы передаем данные вашему инженеру. Спасибо. Передай мою благодарность командиру Рейнору. Непременно, шеф. Шеф? Мы завладели прототипом чистильщиков. И теперь мы можем обратить свой взор на наших братьев, темных тамплиеров. Неразимы Шакураса ритуально прерывают свою связь с Кхалой. Благодаря этому лишь они из всех перворожденных сохранили свободу. До них нужно добраться, прежде чем это сделает Амун. Потери огромные. Подожди, мы получаем сигнал. Слава богам! Артамис, ты жив! Матриарх Варазун, что произошло? Шакура спал. Врата искривления, ведущие на Айр, вновь открыты. Из них выходят полчища зергов и гибридов. Они разрушили наши города, перебили стражей тени. Мы пытаемся эвакуировать население, но я не уверена, хватит ли у нас сил продержаться достаточно долго. Мы выиграем для вас время, матриарх. Тамплиеры уже в пути. Мы наблюдали за вторжением на Айю, пока не прервался сигнал. Затем открылись врата искривления. Что произошло, Артамис? С помощью Кхалы Амун подчинил себе тамплиеров. Я чувствовал в себе его безграничный гнев и не мог ему противиться. Зератул нашел меня. А потом он... Что? Он освободил меня. Но ценой своей жизни. Он погиб от моей руки. Это сделал он, а не ты. Зератул пришел предупредить меня, но я не послушал его. Именно поэтому его больше нет. Звезды меркнут из-за этой утраты. Неважно, кто управлял моей рукой, матриарх. Я чувствую на себе бремя вины. Зерги продолжают заражать Телематрос. Эвакуация моего народа под угрозой. Твоя помощь придется очень кстати, Иерарх. Весь Шакурас кишит зергами Амуна. Мы удерживаем лишь юго-западный квадрант Телематроса. Но это продлится недолго. Население нужно эвакуировать, но пусковые комплексы заражены зергами. Их могут очистить лишь наземные войска. Когда комплексы будут очищены, корабли смогут покинуть Шакурас через планетарный канал искривления. Значит, мы очистим их? Твой народ будет спасен, матриарх. Даю слово. Артамис, рядом с тобой открывается разлом. Это гигант пустоты. О боги! Его цель — канал искривления. Воины, мы должны уничтожить его прежде, чем он разрушит канал. Тамплиеры, сражайтесь как один. Все пусковые комплексы под нашим контролем. Матриарх, заканчивай эвакуацию. Ты спас мой народ, Артамис. Твои деяния никогда не будут забыты. Несмотря на эту трагедию, я рада видеть тебя, Иерарх. Я надеялась, что когда мы встретимся вновь, ты объявишь возвращение Айра. Я тоже надеялся, но мы проиграли. Тогда нам грозит куда большая опасность. Шакурас не должна постигнуть та же участь. Слишком поздно. Зерги Амуна вырываются из врат волнами плоти и клинков. Они уже наводнили Телематрос и подбираются к святилищам Лизуции. Этот мир потерян. Масштабы заражения огромны. Шакурас придется уничтожить. Уничтожить? Я этого не допущу. Не допустишь?
Шакурас был нашим домом задолго до того, как мы приютили ваш народ. Я не отдам Амуну эту планету. Пусть гибнут миры. Главное, чтобы мы выстояли. Потерять и Шакурас, и Айур? Мы изгнанники, Артанис. Истинным домом нашего народа всегда был Айур. Вернем же его вместе. Кому, как не дочери Раш-Шагал, решать судьбу этой планеты? Мы немедленно начнем приготовление. Ты, как ни один тамплиер, всегда верил, что наши народы смогут жить вместе. Это восхищало меня в тебе. Удивительно слышать это от тебя. Мне казалось, ты как раз была против этого. Да. У нас с тобой было много разногласий в Сумеречном Совете. Ибо я день за днем видела, как мой народ теряет себя. Видела, как уходят наши великие традиции. Ты хотела их сохранить? Я не Разим. Темный тамплиер. Я испытываю гордость за свой народ. Но ты также и Протос. Эта связь намного важнее. Конклав считал иначе во времена нашего изгнания. У вас был Айур, а у нас только наши обычаи. Ты что-нибудь узнал о ключе, фазовый кузнец? Только то, что моих знаний может быть недостаточно, чтобы раскрыть его секреты. Объясни, что это значит? Представь, что тираны получили в свои руки нашу производственную матрицу. Их ученые никогда бы не постигли ее устройство. Я оказался в похожей ситуации. Мы не в силах постичь всей мудрости Зелнага. Продолжай работу. Я верю в тебя, Каракс. Все это время наши корабли находились буквально на расстоянии выстрела от их жалкого мирка. С тех пор многое изменилось, Хранитель. Вначале ты сдружился с этими тиранами, а теперь еще и с падшими. Это ересь. Думаю, ты и сам понимаешь. Теперь темные тамплиеры — наши союзники. Некогда протосы были раздроблены. Во времена эпохи раздора мы безрассудно убивали друг друга. И тогда был найден один единственный способ остановить безумие и сплотить наш род. Кхала. Темные отвергли свет Кхалы. Отвернулись от собственной расы. Как ты можешь сражаться за них? Ты поклялась хранить нашу историю, Рахана. Почему же ты отказываешься замечать ее поворот? Я вижу, что задело тебя, Иерарх. Прости меня. Мне не просто принять новую эпоху. Это решение далось мне нелегко. Но я лучше уничтожу Шакурас, чем увижу, как его заполняют зерги Амуна. Нам многое предстоит спланировать, Иерарх. Скажи мне, Варазун, как можно уничтожить Шакурас? Фазовая призма. Ее можно перегрузить. Вызвав выброс энергии в ядро планеты, его силы хватит, чтобы уничтожить Шакурас. Амун не получит мой мир. Я думал над твоим решением. Твое мнение изменилось? Нет. Вы вновь напомнили мне о храбрости своего народа. Мы примем бой. Да, мы понесем потери, как и Аму. Мы выманим через врата как можно больше зергов и гибридов Амуна. Как только их наберется достаточно, мы перегрузим матрицу и сбежим. И обескровим его. Для этого потребуется целая армия. Можем ли мы так рисковать? Оставь это мне. Я многому научился у темных тамплиеров.
Наши войска заняли позиции вокруг храма Зелнага. Артанис, как идут твои приготовления? Я пытаюсь перенастроить храм, но без кристаллов Урадж и Кхалис на это понадобится время. Нам понадобится не только время. Потоки энергии храма регулируются тремя монолитами Зенита. Только уничтожив их, мы сможем вызвать перегрузку храма. До тех пор мы должны защищать храм от зергов и их повелителей-гибридов. Неразимы издавна использовали кайдариновые монолиты для защиты территории. Я вижу, твой фазовый кузнец уже изучил эту технологию. Да, матриарх. Эти монолиты обладают смертоносной мощью и могут поражать цели на большом расстоянии. Они хорошо послужат нам в обороне. Тогда начнем. Время пришло. Взгляд владыки пал на ваш укрытый сумраком мир. Иерарх, я никогда не видела столько зергов. Неужели моей матери когда-то пришлось столкнуться с такой угрозой? Нет, матриарх. То, с чем имеем дело мы, гораздо ужаснее. Нам потребуются все силы, чтобы выстоять. Тамплиеры, приступайте к пространственному перемещению. Уходите оттуда, быстро! Черви Нидус! Зерги пытаются пробраться в храм. Не теряй веры, матриарх. Души твоих павших воинов взывают к отмщению, и оно свершится. Мы ведем бой во имя многих.